20 июня 2024 года, Улан-Батор. Идем вот к тому мемориалу. По пути вот такой танк стоит наш. Монголия, Улан-Батор. Где-то здесь то ли лифт, то ли эскалатор к памятнику. Поднялись на лифте, дальше пешком. Теперь идем пешком. А что вот это? А, есть наружу. Да, ага. Вот похоже, что кто построил и что построили, да? Лифт был вот в этом здании. Дальше по переходу и пешком. Поднялись еще выше. Еще выше поднялись, осталось чуть-чуть. Поднялись на мемориал. А тут нас ждет орден Ленина. Вот он, мемориал. Ну вот, насколько я знаю, монгольский 612 ступенек, 300 метров. 27 метров высота памятника, ну и так далее. Это получается, я внутри. Вот там город. Или монголов фотографируется. Свитер был Циппенбалк, он с помощью, ну, он предлагал сэру, что здесь стоит мемориал для сам. Это связано с Великой Победой и победой с Халкингом. Если здесь посмотреть, там вот этого круга начинается фотография, которая вот... В это время, в 1959 году, не назывался Улан-Батором, а в то время назывался Тахуре. Тахуре – это самое первое название Улан-Батора. В то время наш первый правитель задумал еще, что город называется Улан-Батор. Это первое туристическое место, которое построили после основания города. Мемориал называется Зайсан. Табличка, кто строил этот мемориал. Еще раз добрался поближе. К этой фреске, или что это, мозаика, солнышко. 20 июня 2024 года, Улан-Батор, мемориал Зайсан. Ну и по лесенке обратно до лифта и вниз к нашим автобусам. Вон там внизу стояночка, где-то там наш автобус. Наш автобус.